Косов и Affliction. Пацаны, у всех комбат висит? Ну, нет. Короче, кто-то в комбате вешает, нет. Я выхожу с целка. Сейчас там тебя этот... Подожди, не выходи, я спекнусь в ПВП. Там тебя сейчас убьют. Чё такое там? Там? Да комбат висит какого-то хера. Так. Кто-то моба, походу, ударил или нет? Скорее всего, кто-то моба ударил и все. Вот и комбат висит. Так. Угу. Походу я пока прогружусь, меня уже убьют. Нихуя, я засейвился. Ах, сука, меня убивают. А Азенос Рога где? Захожу, закончилась проверка патчи, захожу в игру. Фиксер, это кто такой? Фиксер. Ебой, убил одного. Так одного это фигня, меня убили. Airdrop. Так. Ага, Войт. А, этот Лимон. О, Лимон пришел. Ну какого-то слабого ДД поменяй, кто 10к не даст. Так. Сейчас глянем. Бэм. Может убиться мага или я не знаю. Либо Ли, но Ли будет разгонять шапашников. Да, особо это не зарешает. Да, потому что идем по аддону и по ГП лотмастер. Так, Хексер, Чопс, Азинус, Рога. А чё, свирепость и этот, чародейская гениальность, ой, гениальность. Чародейская могущество стакает? Надо осматривать пока людей и порешать, может, кто здесь. Портести трудно, стакается оно или нет, 3%. Как бы показывается, что суммируется, ну хуй. Чё, там кихила есть, гел трэш по чести? Раз, хил. Да эти суки винс не дают зайти. Да сейчас вас сомнём. Шулан, давай в ПВП и убей их. Ладно, тебе. Вы меня суманите, их там всех троих убил. Жалуй. Уже не трое, там уже, блядь, пиздец. Так. Ладно. Лимон. Лимон целка. Так, да, вы в целка его суманите. Надо посмотреть, кто ДПС у нас. Ну это я с... Так. Декан нам нужен. А, будет 4 пала. Да, будем. Будем убивать все целка. Так. Да можно ролл кинуть, да и все, кто слабый. Надо сначала понять, кто слабый. Но же не видели, как они доносят. Тело готов несить мидвей. Посмотрю, есть ли хилы, чтобы пойти трэш убивать. Вот армс вот этот, он даст как мастер десятку, нет? Чопс, ну у него одна тринька хреновая. Это перекап у него хард этого АРП. И это только прок на 10 секунд. А маг вот с первой пати. Убийц. Да, посмотрите его куски вообще. Ну куски у него 2-10, 1-4, 1-9. Я не помню, он вроде не сильно дамажит или сильно. Ну он вроде десятки с нами был, но это надо еще смотреть. У него даже чарок нету, ну точнее. Вот смотри, на башке. На голове нету. Хотя бы синжой на плечах нет. Воплощение это. Башка, плечи. Ну... Все, гоу почистим трэш.
Кто там танк? Винар, ты где-то тут должна быть. Ну-ка, вот еще ссылка, не пусть. Не торопись. Пришел, Сумон? Да, картуюсь. А, подожди, что-то не запустило. А, ну потому что лимон тут. Это ну, что, выйти? Это Зенус. Ну, кого-то так одну... Надо кого-то одного менять на тебя, лимон. Не знаем кого, не можем определиться. Так ну, что, вот, последний? Мне кажется, маг, вот, ну, на мой взгляд, он не хватит толком ДПС. Алиса, я все понимаю, конечно. Подкаты, вся фигня, но... Ну, тут завязывай. Вы между Ли, либо этим. Так. Между Ли, либо магом. Так. Ну, по РДДшам нас хватает. Маг, пока что на замену. Если Ли будет выдавать меньше спец на девятке, это будет плохо, я могу его поменять. Убить, слышал меня? Пока что на заменку. Потом сейчас посмотрим. Так, Лимон, Винс, Танчит, Винар, Дыгдымыч, Войд, Фурика, Азинуса, смотрите, убийц, выйдет. Не могу, не могу. Подожди, Мах, выйдет. Там портал стоит. Будь пока на замене, потому что очень быстро, возможно, поменяю кого-то. Буду смотреть по ДПС. Горелопница. Можно принимать? Да, уже махаешь. Да, так, МП5 дает Винси, Дыгдымыч, Прото, Шреддер. Кулачки я касочки раздам. Шреддера кулаки не вкачаны. А, значит, я кулаки, Шреддер этот, каски. Рэл, будешь гейкера рыбу кулаки. Ставить, я буду рыбу меня кидать. Вкачаны. Он меня тоже вкачан. Я уже дала. Окей. Ну, давай МП5. Зинус, лучше две этих зачем? А, что у тебя я сейчас, я ганкал просто. Рыбу дадим перед боссом. А этот, как его? Шреддер, каски всем раздавай. Так. Ай, блядь. Редко не спекнулся. Я да, не забыл. Давай, давай, начинаем пока. Прохиливаем танков, ребят. А на кого на пол? Дыгдымыч и Винар. Соответственно, предупреждаю, боешечки идут в ГБ. Соответственно, целкаш. Далее. За жесткий мат. Здесь я буду очень наказывать. Предупреждаю сразу. Хуйня, о чем ты? Че никто не матерится? Ну, я предупредил заранее. Чтоб никаких психов не было. Но потом вы будете говорить. И... Смотрите, ребята, идем по лут-мастеру. А, Войд. Так вот, ты ж не скинул на апгрейд. Хотя на апгрейд здесь не надо, видно. В садочек апгрейдить, ну что? Ну да, да. Да я все равно на будущее у него будет скопировать. Да, там пускает, кстати, целкать десятку хэм с этого, с четвертой как. Я знаю, мы с Войдом проверяли. Но для этого надо убийство лучше сделать. И... Да. Думаю, тебе не мешает фаталити? Чё, кто? Дон фаталити. Нет. Это аж у двоих он стрельнул. Блин, надо Феникс скачать. Надо что-то сюда забиваем. Чё он мне должен будет мешать? Ты в чате ходит? Да и чё? Есть люди, которые могут переделать один аддон с циркуля? Короче, он там был нормальный. Там сразу показывал в чат линковало, кто напуливает и на кого. Ник, название аддона, да? Я скину. OneRLTV, я тебя скину.
как дам людям посмотреть, может переделают. Через паука играем. Потому что его долгое время никому не давали, там такого избранного его так получали. Так, 4 паладина. У меня не могут стоять. Ловушку активировали аккуратно. По паукам играем? Все по паукам. Пэтов на пассив поставили. Кто трепал? Второго паука. Бля. Подожмите, РДДшники, с киллами. Сагрили большого. Большого. Танки цепляем. Да, сука, зашатли. Опулили большого на танков. Он на мне. Отлично. АОЕшим. Сначала маленький, потом большого. Не лежим, встали, побежали. Я на костах посижу у большого. Дал дизар. Сните рогу и не идите вперед, там пусто. Можно встать и добежать. Я уже говорил. Через паука. Чё ты такой понерфили? Потому что коконы почему-то по 17 хп, а не 25. Не идите туда, там ловушка. Слева ловушка, рога раздетектирует после боя, сразу же. Можешь подвалить. Ага. Что раздетектил? Не подходи, на максимально дистанцию. Я зашатил. Большого. Блядь, ну зачем сбили? Без матов. Фильтруем свой разговор, пожалуйста. Дарт Вейдер. Тёма. Ау. Чё, кальян там куришь? Вейп. У меня кружка с Дарт Вейдером. И вейп курю. Чё тебе? Можешь набрать полный рот дыма и сказать: Люк, я твой отец.
На, по-английски говорить. Я не выучил эту фразу. Look, I'm your father. Попробуй, очень весело. Ну, поубьем Синдру, вот я вам так скажу, сразу же. Бери большого. Я понимаю, что мы репу качаем. Большого словили. Бери большого, репа не накачан. Ой, я могу колечко пообновить. Колечко будете обновлять при АФК. Первый АФК у нас будет перед профом. А что с вами случилось? Он месяц в отпуске был, наверное, работает. Yes. А Рами? Он весь май рубился. Теперь еще вообще даже вовне запомнил. Че, что это, под морде стоит большого? Ну, как обычно. Нет, добивал, наверное, маленького. Так. Почему бой? Вот, я только хотел спросить, у всех комбо? У меня нет боя. Не. У кого бой? Шансун. Еще парочка людей, так понимаю. Обратно идем. Там ходы в текстах. Почекайте, поклацайте по рейду, посмотрите, на кого моб смотрит. Если на кого-то смотрит, значит, надо найти этого моба и убить. Так, я не знаю, я даже бафов нету. Я бафаю даже рейд, и мне все равно бой не вешается, так что я не знаю, что у вас такое. Вот, на Медвей. Слышишь, Медвей, на тебя, на Рубараски надзиратель, походу паук. Давайте паук чистим. Где какой? Лав, так паук. Он в таргете его держит. Вот, а, он тебя в таргете держит. Да, либо один, либо другой. Давай проверим. Этот. Скорее всего, этот. Тупой трэш. Ну, просто загрели. Тут ребята, кто первый раз или не первый раз, трэш чистится до боссов постоянно без пэтов. Запомните. Либо жесткий контроль. Ой, вышел? Нет. Значит, второго тоже надо. Может, кокон? Сейчас. Ну, двух сторон. У меня то бой, то нет. Нет, это было потому, что кокон был. Что с коконом мы сняли. Пацаны, бой еще с самого начала инста висит. Когда мы еще даже не заходили. Ну, наши там где-то мелкие пошли проклятые. Да, выйдите с инста просто. Так мы выходим, понял, бафаем кого-то, и на нас бой вешается. А на нас нету боя, даже я баф. Есть бой на ком-то или нет? Ну, да, типа надо, чтобы на всех, у кого есть бой, вышли. Вот, Медвей, на тебе проклятый. А, нет, они мертвы. То, чё? Какие проклятые? Мне никого нету, я не в бою. И бафу я тоже не в бою. Так, ладно, подходим. Потом а вон на роге проклятый. На Азенусе. Прожми, Ваниш. Висит. На роге, трэш. Че, блин, походу вот это. Не выше ссылка, вон уже. Какой? Я не вижу никакого. Вон, возьми в таргет рогу, цель, у него проклятый. Я просто его в таргет взял. Смотри, чувак. Ой, я в комбо спокойно вхожу. У него боя нет. Ладно, пошли к боссу. Да. Господи, вы тут еще на следующем трэше повайпаетесь 25 раз. Да, ссылка самый сложный, это трэш. Так, кому там фласки нужны, обмен везде кинули, кто просил купить. Сейчас. Это... На обмен фласку давай сразу. Нет, просто просили купить. Сейчас я зайду за фласку. У тебя трейд Midway висит сейчас. Так, я на японский. Ладно. Угу. Так, один. Это катаклизмовский, кстати, фласки. Так, еще кому надо было? Сейчас я иду. Кому там обмен кидать? Везде. Рыбу кушаем, фулл баф даем. Сколько денег? Да, успокойся.
Я не бедствую. Клини, ну, давай в демона, давай в демона. Дайте ему МКО, говорю, он в демона. АДД и АДД. Да вы задолбали, вы что, все без фласок, что ли? Ну, Тём, с другой стороны, все БЕшки, которые мы фармим в ЦЛК, они все идут в ГБ, люди ходят, траят. То есть я считаю, это правильно, рыба и фласки за счет гильдии. Обычные, да. Я подготавливал ГБ на ХМ, на крутые фласки. Маги, но... киньте кто-то клинит у МК. Будет вам демон. 500 ДПС. Зачем? Они между собой меняют. Ну, типа, клинит не хочет демона без МК. Он 800 СПД будет. Так, кушаем рыбу, по бафам посмотрели, чек на готовность. Бас тактику все знают. Анонсировать 8 боссов не буду, сразу говорю. Должны сами знать тактику. На 8 боссов это точно. На профи, на лане, на синдре еще понятно с лечом. Остальные анонсировать не буду. Каску, шредер. Кресты дайте баф, он просит. Вот он поставил крысы, закупитесь, пожалуйста. У кого бой? Шансунг, я как только бафнул, сразу бой повесился. Это означает, ладно, на кого-то другого. У меня вон баф и нифига не вешается. Все, чек на готовность. МТ-шит и вина. А счет будешь давать, нет? Да, конечно. Все готовы. Счет на пол. Где? Гер. Хан, на шипе, ау. Притяни декат в мелизон. Бля, ребята, я первый раз один с КДПС и чувствую себя вообще. Ложек не стоит. Никакого анонса вообще не должно быть. Молча сидим. Поднимайте свой скилл за 5 секунд. Первый раз здесь. Лечу уже дохренища лет. Постарайся в следующий раз этот как заходить во фрейм, потому что они не тянутся. Ханк не может так близко бить, стрелять. Подойти на во время касти, а потом отойти, не потеряет чуть ДПС, но зато это быстро его собьют. И остальные не будут терять. Все такое не передамажил, зараза. Вождан, стой на секунду. Все, пошли. Зачем? Рывок сделал. Я не могу
эту цель. Вары так перемещаются. От рывка до рывка, да? Лимон, только не агри пачкам, я тебя умоляю. Кому не нужен щиток? Да потому что с этого лучше. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Ты же резервный. Ну что, разобрались с Абдоном? Вроде же просто. Жмешь кнопочку. О, штаны на танк, ништяк. Мне нужны. Ну, у меня там минута, да, стоит? Да, вроде. Нормально на первый день. Хорош. Что там, Шансон, боюсь и дальше? А да, я еще хиловский шмот не передел. И ДПС его классно очень. 8600. Клыкать 6 кам. 10. Кто будет служить ему верой и правдой, достигнет... Череп, ну, Липпер, да-да. Ивинар, иди, череп, тяни сама, увидишь его отсюда. Одного? Остальных забирай ты. Отошли на рейндж-зону. К черепу никто не подходит. МК давать не будут. Рахил Дыгдымыча. Хилы. Этот. Ходи сюда. Лич. Дыгдымыча прохил. Близко не подходим. Фрейм у мобов большой. Потому что загрите. Да, окно скрылось. Помощник. Бегите, бегите быстрее. Отбейте ему все. Так. Где этот помощник? РДД по черепу. По рейду мобы гуляют. ШП есть. В МК вот этих вестник ревнителей. Больших тауренов берем. И все уже. Лимош, в следующий раз отводи их сюда, в лестницу. Даже если здесь это помощник. Ну там бойспал. Да, кстати, умрите все окончательно. Умираем, умираем. Че вы бегаете? Тяните время. Сдохли, значит, сдохли. Сейчас вынос не заходите, а то бой опять повешаться может. Медведь, там... дело было не в том, что я не отвел там да, сад для остальных, поэтому я нормально стою. Там большой рейндж у них просто. Так, зашли, молодцы, вынос. Ждем мобов там. Снимаем диваны. Бейте мобов, что? Стоите тут. Портал не работает. Портал не работает, потому что не все сдохли. Они бегут сюда, мобы. Моб бежит. И мобы бегут вон, там помощник бежит, череп. Портал да. Работает. Там еще помощник бежал на кого-то. Смотрите аккуратно. Тут воскрешенного объем. Добивайте. Ну вот, боя у меня нет, в принципе. У меня есть, блядь. У меня тоже остался. Выйдите. Сейчас моба здесь добьем, ребят. В следующий раз ни ванишев, ничего не жмем. Видите, рейд падает, значит упали все вместе. Зашли в инт все вместе. Все. Где-то там помощник. Ну что я в бою. Побежали. Тогда к вам, к марш-броску. Где-то помощник. Да вы-то убили моба давно. Ханда бегал. Как бы выбегал помощник туда. Был мертв. Помощник вот, стоит. Смотри, вон на вестника, у него в таргете моб, может из-за него. Вон, видишь, впереди. Это завязывать уже придумал.
Надо было просто упасть, и когда, чтобы весь рейд лежал, а не заходить в инст. А ну, Шреддер, если на тебе бой висит, скинь на кого-то. Сейчас убьем мобов, и все. Проблем нет. Помощника нет. Вы помощника убили? Помощник убивал. Нет, вот этот помощник, который я череп ставил. Ну, падать надо. Да ничего. Бьем. Все равно сейчас упадет. И все. Во, на меня помощник согрелся сзади. Ребра стоит. Давай, 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 давай. Отлично. Вон он, череп. Да, 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 бегите ко мне. Я же тебе о чем говорил. По черепу РДД играем. По черепу РДД. Милишники не подходим. Чисто РДД играйте. Да не надо. Зачем вздыхать, потому что он плюс один человек там и танка шоты. Все равно висит бой. Ну, будете с боем. Да бейте с боем, что вы боя боитесь, что ли? Рыбу не пожрут. Че страшного? Ради чего можете прожать альтеров 4? Ну, агрите. Ты не Алис. Войдите этих больших. Да ну не надо, здесь то бьем. Просто когда большой. О, помощник. Помощник отцепляй. По черепу. РДД играем по черепу. Милишники не подходим. По черепу. Отошли от черепа. Так, станы пошли у него. Дайте еще один. Хорош. Да, Алекс. Хорош, да. Зачем ты новый его, Алис? Так, ничего, бейте ему. Все с нами придумал. Здесь если притягивать, то бейте косты ему, блин. Не, ему надо станы. Убивается давать. Только станами. Нету клинит. Нету. Клинит ДЦ у нас нет. Класс. Так, этих левую зачистили, нити вот просто. Лимон, заберешь им нити ли? Играем по черепу, все по черепу, лимона прохит. Где ж ее, той пожар. По воскрешенному сразу играем. Ну, дай хотя бы щиток. Я не знаю, хилы в каждый или чё, я одна хила. Поставьте его. Ну да, ты одна. Рядом друг с другом. Помощник, ДД. Вытягивай вестника ученика. По ученику милишники. Какой же у них рейндж большой. Хрэнч. Большой. Рывок не могу дать через полкарты. Близко к леди не подходите.
Есть макрос на снятие пухи? Да, тут должны законтролить, что-то не хаем. Кстати, а тут не пашет эта смена экипировки, я так смотрю. Вот в доме дело, я сейчас пробую, я не... Без мат. Бой висит, бой висит. Нет, как вот Паша такая фигня, как балансер, что макросом снять нет. Так, так Дымыч, ты у нас будешь. Справа. Рыба поставь. Справа. Слева пусть ДК еще один помогает Алисе, тянет со ступени к мамбо. У нас ДК есть. Так, сейчас я распределю. Я фул релок сделаю, а то у меня это что-то пиздец, этот бой заебал. Так, я предупреждаю. Сори, сори, я забыл. Забывать не надо. Так, у нас по боссу играет постоянно, это Мосса и как Азинус. Кот и Рог. Не играют чисто по боссу. Остальные смотрим. Первая, третья играет слева. Вторая, четвертая играет справа. Так, даже вот так вот сделаем чуть-чуть. Можно справиться. Сейчас посмотрели. Шо, какая я куда? Алло, смотри. Моб будет выходить отсюда, с лестницы. Соответственно, бегает куда-то сюда, тянешь его на левую сторону. Сюда к нам, без разницы, милишный он или РДДшный. Сразу говорю, милишники играют, по-моему, тех, которые с маной, РДДшники играют, которых маны нету. Убили мобов, видите, что нету ваших мобов. Играете, значит, в босс. Слуш, выходим, совы на контроль. Чек на готовность. Рыбу ели на кому? Кому на? Где, где? Лу, мастерал. Шо, шо. Все, я рыбу пожал. Лу. Все готовы? Чет на пол. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Готовимся. Уже мобы, 5 секунд. Играем по мобу. Лу, тяни моба. Лестница. Служа. Контроль. И один моба бью, да? Контроль. Просто сейчас посношу. Склоны. Почему справа никто не бьет, трэш? А я тупанул. Так, Мосса, Фэри, Чебурлол, Чебурлол, Фэри, Пойс. Ты в бабле был, не за контролем. Перед баблом можно было закрыть. Тебе надо было крылья просто слить. О, призыв. Лужа под босс. Хексер. А, не, лопасос Бэйли Мидвэя. С левой стороны. Фанатики по рейду гуляют. Потому что проклятие не диспелит. Два мага могут диспелить проклятие. Так, Хексер Бэйли Ву. Контроль. Лужа. Лужа нахер. Наш... Зачем она нахер? Помощник. Стоп, побор. Еще один милишный.
Забери фанатика с центра, я боюсь его уже крипать. И покажи чужакам мощь нашего господина. Контроль. Босса, ведите на центр. Контроль. Танки. Босс. Геру дали. Контроль. Уж боюсь представить, что в хэме будет. Сложи. Пять стаков уже на танке. Алис, следи. По-любому следить на следующую. Лут поменяй. На все воля господина. Можете топ-10 линкануть, пожалуйста? Линкануть. Топ-10 не линкуется, только топ-8. Там сразу у меня что-то мод влетает. А, все, понял. На, мейнспек. Мобов не бейте, да. Давайте пробежим. У кого бой висит, можете через этот лететь, через балкон, ну, через лифт. Чего? А, как же меня это бесит. Да вообще, да никчемный посох. Тебя ну, табличка такой. Бесит, когда тыкаешь на шмотку. Да не личка бесит, а табличка. То, что шансу... Ну этот, как он? Не передачу по сколок. Так себе? Так я себе... И этот... Блядь. Чат. ГП. Блять, еще и бой. Вы что там мобов бьете уже? Да. Ну молодцы, ребят. Через лифт идем. У вас лифт есть. Ну так лифт-то есть, так мне не выскакивает табличка в бою. Мобов быстрее. Ну-ка. Люд, я твой. А, в натуре, вот что не в танке надо ставить. У тебя на дрипке или на баке? Он рога сзади, один на один с мобами. Лутай, медвей. Лутай, лутай. Один на один с мобами. Да, Кейт, он влетел в эту кучу. Красава. Давай репу покорми. С них нет реп. Ой, меня расстроил. Как зовут меня? Это забрал лук? Сразу. Ничего себе. Благодарю вас. Пока вы не прибыли, силы были не равны. Капитан Мура...
Алиса, ты туда летаешь? А? Она не знает как. Берешь ранец и летаешь. Мах появляется, летишь туда и танчишь, чтобы не убил Крион остальных РДД, которые туда летают. Ага. Убили, перелетаешь обратно, все. Смотрите, если целёный. Это такое тело. Так. Сейчас я иду. Уже на корабле? Че, мастер, давай кто больше в мага и в трэш. А, я в бою не могу ранец одеть. Нормально. Кто будешь не летать, будешь пушки с ним. Это кто говорит? Это ШП говорит с первой вот группы. Тебе не надо летать. Не, тогда мне летать тоже, я в бою. Так вы будете бить мобов этих. 4 плюса на пушке. Я вот ШП. Сразу все РДшники поплюсовали. Так, ИТЮ. Так, ИТЮ, Вольждан, Орхидея и ШПшник. Пушка. Здесь на милишники прыгаем туда. Качественно здесь. Вот тут будет. Слышь, Медвей, привяжи Чопса к Battle Dance ДК. Этот, как его? Кто останется здесь? Кира на корабле. Здесь на... Летает Алиса. Все, тогда на кач на Дагдымычина. Соответственно, Зенус также. Все готовы, завожу. Еще раз. На пол на Дагдымыча. Понял, а вот этом проблема на нашу популяцию сделайте. Пушки стреляете по дальним оружейникам. Две правые стреляют по дальним левым, две левые стреляют по дальним правым. Здесь понятно. Приучай. Ой, хочу. Каску дайте. Каску помогом дай, Шредер. Сделай себе уже пауэр, чтоб видно было. Намного вот под ДК каску. С крестом нормально побьем. Сейчас вы ответите перед Саурфлангом. Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем. Ардету делать нечего. Пехота, сержанты. Ну а чё плохого в капсе? Алиса, прилетай. Отверни его оттуда. Держи возле края. Прыгать надо слева, потому что не справа. Умрет кто-то здесь, но тут никто. Кого бэрить не будет. Просто получит ГП. Алиса, ждешь, пока все перепрыгнут, туда сама прыгнет. Все, прыгай назад. Какие? Прыгай назад, Алиса. Слева пушки играют по дальним правым оружейникам. Две правые по дальним левым. Правые правильно играют, левые ни хрена неправильно. В смысле, я наискосок вправо стреляю на третьего слева моб. Лиса-то уже должна быть там. Смотри за ДБМ. Один оружейник вообще вон целый стоит. По оружейникам не играем. Клинит разберет сам. Прыгнули. Дальних которых? Да. По ним клинит играем, пока мага нет. Пушки как раз их харасят. Пехота,
Лиса, если у тебя есть ДБМ и пишет заморозка, на заморозке, когда будет писать 5 секунд, тогда и прыгаешь, и забираешь сразу на себя. Вот, прыгай, забирай. Плёлся сквозь корабль. А, геодата. Ну что, тебя назад вернуло? Да, да. Да я прыгнул прям к магу. Меня как и провалился. Палец назад. Вот, Гамадрил, читай чат. Ну тебе ребенка, мы тут правим. Какая третья шмотка у вас, леди? Перчелатный на холипал. Перчелатный на холипал. Точно. Завязывай с этим Гамадрилом, мне это не нравится. Что вы будете без Ази? Давай. Я говорю, завязывай с этим Гамадрилом, мне это не нравится. Это я слышала. Ну все. Я подумаю. У тебя нет выбора. Провоцируй, сейчас упадет этот. Осколок. Две монеты. Нет. Да, две монеты. Пятьсот ГП. А пока этот как. Никто не перепрыгнет, не играйте. Мага быстро убили и на свой карту был. Все, Алиса, прыгай назад. Добивайте. А ну войт. Две монеты или одна. О, комбат спал. А у меня нет. Потому что мы еще не долетели, и бой еще висит, должен висеть. Не знаю, с меня одного, походу, спал. Вот, все, спал. Ни хрена не. Ни монеты. О, запах. Запах хороший. Кольцо бисовое. Полипало, да-да. Я вот думаю зайти на руч. Хотя там вот тоска упадет. Просто взял бы эти зоб. Мне толку бы не было. Твинчи быстрее, да. Рожай. Чё Рорин, ты запы мне не на... А, на ретрика? Ну, нет. Мне СРС. Вот так по аддону-то смотрите. Так. Вон стоит мамонт. Покупайте, зачем вам бьюс? Вон таксишка у вас. Было бы прикольно, если за починку голда бы шла владелец мамонт.
слишком бесполезный пояс. Быстрее решаем. Сейчас всякие смотрю. Сейчас темный плащ упадет, либо пояс боевешь. Вроде как. Бой твоя салфа. Грит, вы отказываетесь. Грит, это идет на распыл медвое. Че ты говоришь, поет? Лео. Че предсказываешь? Че упадет? Воля. Не, пояс боевешь. Доволен. Так, надо посмотреть. Тут это маг. Где там таймер? А, вот таймер. Менять скорее на ару. 20 сек хватит? 30. Грит, да, это распыл. Сути, да? Это от людей зависит, от их реакции. Будем повышать реакцию. Рыба поставил, фласки пьем, соответственно, играет только по боссу. Дорога и как его код. Остальные свечатся моб точечно. Кто каски раздает? Шреддер. Шреддер, дай каску по ДК. Так. Это правильно ты ник мне написал? Чопс. Сейчас подержу. Если даже тоска упадет, кто знает, что я сравню его. У Мосса есть. У Мосса есть, да. И у Чопса есть. Тоже нормальная тема. А Зайнос, одень кольцо. У тебя одно кольцо только. Чего еще раз? Одень кольцо второе. О, ничего себе. Как я за всеми слежу, да? Ну, я просто квест брал там. Ты нахуй, что ли?